Погорельцы из деревни Нижняя Шуня Вятскополянского района сегодня готовятся к новоселью. Два месяца назад в этом поселении произошла большая беда. Огнем было уничтожено 11 домов, и 9 семей остались без крова над головой. Как сейчас живет деревня, увидели Людмила Галакова и Андрей Третьяк. Всего спустя два месяца место, где произошел пожар, не узнать. 8 новеньких бревенчатых домов поднялись, как в сказке, а вот творили ее всем миром. Погорельцы неустанно повторяют, что вселил в них созидательный дух и оказал существенную помощь губернатор Кировской области. До приезда губернатора мы вообще не знали, что делать. Мы вообще были как мертвые. Не знали, вообще у нас вообще не было духа. Вот он приехал, обнадежил нас, сказал, что будет хорошо, что он нам поможет. Пострадавшим было выделено по 170 кубометров леса и 250 тысяч рублей. 5 домовладельцев к тому же получили страховые выплаты. Помогали односельчане и совсем малознакомые люди продуктами, одеждой, деньгами. Новые постройки возведены в соответствии со всеми противопожарными требованиями. 2 домовладельца не пожелали строиться на прежнем месте. И это позволило увеличить пожарные разрывы между домами до нормы. Администрация среднешунского поселения не только контролирует ход строительных работ, но и выполняет заявки на приобретение газового и отопительного оборудования, помогает в других нуждах погорельцев. Здесь у нас будет зал. Конечно, ничего еще не сделано. Вот гипсокартон купили, это все утеплитель у нас уже есть. Батарея вон уже готова, окна уже. Здесь 2 спальни хотим сделать. Вот. Провели газ. Попробуй включить. Вот, пожалуйста, смотрите. Не нарадуемся. Вот. Значит, скоро будем варить, жарить. Вот, для новоселья уже первый шаг мы делаем. Чтобы построить новый дом, уходят месяцы на оформление различной документации. Специалисты районной администрации помогали ускорить погорельцам процесс восстановления сгоревших документов и получения всевозможных разрешений на строительство домов. На такую помощь могут рассчитывать все, кто нынче пострадал от огненной стихии. Вот сейчас опыт показал, что в принципе мы можем решать организационные вопросы. Хотя бы в этом людям помочь, чтобы им не ждать там месяцами там разрешений, всяких там оформлений документов. Вот так сообща, нижнешунские погорельцы преодолели беду и скоро станут новоселами. До конца сентября мы уже надеемся, что все у нас будут жить в своих новых домах. Все уже собираемся справлять новоселье скоро. Мы обязательно Никиту Юрьевича пригласим на новоселье. Новый дом хороший будет, наверное. Людмила Галакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область.